Huh? Hey, всем привет, друзья! Меня зовут Игрорик, и сегодня я решил... Hello, darkness, my old friend. И сегодня я решил отправиться в мир Террарии. Новая игра, поехали! Один игрок. И мы создаем игрока, похоже. Да ладно! Боже, сколько тут выбора. Окей. Какие у меня должны быть волосы? Ну, попробуем найти мои, что ли? Two hours later. Сколько же здесь вариантов? Так, мне нравится номер 25. И цвет мы выберем... Вроде нормально. Замы сделаны такими голубоватыми. Что ж, создать и назовем его Тигролик. И похоже, мы делаем новый мир. Давайте большой. У меня большой, но в меру. Мы начинаем со стандартной игры в Террарию. И... Мировое зло. Ну, пусть это будет погрянец, не знаю. Так, название сделаем. Rolex World. Подтвердить. Создается наш мир. Итак, наш мир создался. Это багрянец. Мир большой. Отлично, поехали. Долго же я ждал, чтобы записать это видео, и наконец-то получилось. Так, а кто это? Марти. А убить я его не могу. О. Поздравляю, Тигролик. Я могу тебе чем-то помочь? Помоги. Эти хрустальные сердца, которые увеличивают максимальное количество здоровья. Их можно разбить киркой. Жителей? А это еще что? Ух ты! Эй! Он меня атакует. А это что? Это, я смотрю, тоже карта, но... А где я на ней? Или... А, я, похоже, прямо сам за собой там. Окей. О, еще один. Давайте попробуем убить его сами. Ого, ого, ого. Эй. Почему только по прямой бьет? Я хочу стороны бить. Птичка. Так, а как открыть инвентарь? А, это, похоже, есть мой инвентарь. Кролик. У нас есть массивный медный короткий меч, медленный медная кирка, легкий медный топор. Урон, шанс критического удара, средняя скорость, среднее отбрасывание. Что значит 35% мощности топора? Разве топор не на 100% по мощности является топором? Минус дистанция. Что за минус дистанция? И минус 10% отбрасывания. Ну, скорость-то понятно, а отбрасывание кого? То есть я могу им тоже убивать, что ли? Ну-ка. Не, кролика не буду убивать. Давайте найдем еще одного монстрика. Или что это было? Слизняк? Слизень? Туда мы пролезть не сможем, а это что еще? Веревка. Веревка 20 штук. Можно поставить. Ух ты. А, так ее можно куда угодно ставить, что ли? Чем мне с ней делать? А, ух ты.
Что-то полезная вещь, надо ее забрать. А, как ее? Может, киркой? Да, киркой. Так, отлично, отлично. Мы нашли веревку. И что это за оловянная руда? Ух ты. Должно быть это полезно, поэтому мы это сейчас быстренько соберем. И заберем всю с собой веревку. Все забрал, да. Так, у нас подсолнухи. Их тоже можно уничтожить, класс. А это что? Так, это опять олово, да? Да, это олово, а это что? Червячок. Это свинцовая руда. Так, ее мы тоже заберем, пока есть возможность. Забрали. Так, а плавать я не умею. Так, ух ты, ух ты. Ого, сколько там. Так, отлично, отлично, отлично. О, сейчас мы... А, тут стена. Я не заметил. А что за дерево и почему оно не на заднем фоне, как и другие? Так, а мне тут темно. Как мне сделать факел или что-нибудь такое? Так, ну-ка, уйди отсюда, уйди, уйди. Что это? Эх. Да блин. Так, надо проверить топор, сколько он. Так, уйди. Уйди, уйди. На. Так, проверим урон 5. Не, ну лучше пользоваться мечом, хотя вот топором удобнее, потому что он сверху так махает, и можно им с любой стороны задеть. Давайте мы от них закроемся, потому что они уже не надоели. Так, у меня материалов нет, да? Приятно. Все, он там застрял. Так, отлично. Давайте, давайте, еще один идет, надо закрыться от них скорее. Так, так, это восьмерка. Он пролезет через дырочку? Ой, о господи. Не, не пролезает, отлично. Так, но мне как здесь крафтить? Изготовление. Окно изготовления. Я могу сделать только 100 монет. Или моток веревки могу сделать. Отлично, это нам пригодится. Еще можно. Еще можно. Ого. Так, а если shift зажать? Это не помогло, надо будет проверить в следующий раз. А как здесь? Здесь что, нет факела, что ли? Так, мне для этого дерева нужно, да? Вот древесина у нас, отлично. Теперь я могу. Факел можно, да. Гель и древесина. Это у нас гель, значит. Здесь синий, правда, у меня зеленый. Наверное, нет разницы. Ну, сделаем максимум. Что это было у меня там? Платформа из живой древесины. Можно поставить материал. Платформа. Я могу с нее спрыгнуть, например. Так. Так она не ставится. О. Да, можно. Отлично. Что у нас тут? Что это такое? Сейчас мы проверим. Еще посмотреть, как глубоко можем отправиться. Ого. Ого. А при какой высоте я уже получаю урон? Мне интересно. Ну-ка. Не получаю. А так? Нет, стоп. А так. Все равно нет урона. Так, я могу на этой стороне... Ух ты, могу. Что мы... Ого-го-го, это что, пещера уже? Так, туда я пока что не хочу. Давайте посмотрим, что за той дверью. Так, у нас монетки. Это есть. О.
О, на сундук, класс, класс. Ого, сколько там вещей. Так, у нас живой ткацкий станок. Можно поставить и использовать для создания особых предметов. Заберем. Что если... О. Зелье возврата расходуется. Телепортирует вас домой. А у меня еще нет дома. Куда он меня телепортирует, интересно. Сейчас проверим. Свинцовый слиток. У нас сюрикен. Ого, 10 урона. А у меня 5 урона. Так, мы будем их использовать сейчас. Веревка. Жезл живой древесины. Использует древесину, помещает живую древесину. Жезл листьев. Использует древесину, помещает листья. Че? Так, окей. Куда оно их помещает, непонятно. Че это у нас тут еще? А сесть я не могу, да? Так, ну, у меня пока что еще стульев и стола нет, поэтому я это с собой заберу. Это у нас что? А сундук я могу забрать? Могу. Двери у меня тоже нет, мы их тоже заберем. Короче, все забрали отсюда. Так, давайте посмотрим, что там внизу. Или... не, в следующий раз. Мне все-таки нужно посмотреть сначала, куда она меня телепортирует. А, правая кнопка. О, так лучше. Так, как мне это использовать? Вот это... опа. И где я оказался? Так, ну я тут уже исследовал. Что он там делает, Марти? Так, окей. Я думаю, нам нужен уже дом, потому что ночь наступает. Что это? А, это белка, господи, я чуть белку не убил. Так, деревья рубятся, я так понимаю, так, да? Ну-ка. Она не рубится. А, не рубится, ладно. Уже вообще ничего не видно. Ой, блин, на белку ударил. Так, это у нас тут слизняк, да? Ну-ка, уйди отсюда. Ого, еще один. Так, уже вас у всех порешаю. А еще гель. Отлично, сможем сделать сейчас еще факелов, и нам нужно найти место для домика. Давайте его сделаем, ну, вот в этой впадине. Отлично. Так. И так оно делается, да? И построим мы уже. Это еще что? Какой-то глаз. Так, ну-ка. Попади. Эх. Ого, какой у него урон. Так, не-не-не-не. А это кто идет? Так, все, с меня достаточно. Мы закрываемся. Так, я все перепутал. Вот так вот. Ай-яй-яй-яй-яй. А ну уйди отсюда. Нет, 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 нет. Слушайте, сколько ж у него этого жизней. О, отлично, мы можем так делать. Так, теперь мне просто... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нет. Окей, надо действовать по классике, да? Так. О, господи, о, господи, о, господи, о, господи. Есть, мы закрылись. Окей, я чуть не умер. Давайте попробуем ни разу не умереть, хотя бы в этом эпизоде. Страшные зомби. Почему у этого зомби на голове слизи? И когда ночь пройдет? Это луна там? О! Это какой-то другой меч. 7 урона, а у меня 5 урона. Так, мы делаем этот меч. Раз. Это нам уже больше не надо. Так, а что делает молот? Ладно, разберемся. Лук. Ну, лук не знаю. У него какой-то маленький урон. Но при этом устрел свой урон. Он суммируется, что ли? Это звезда? Упавшая звезда, ух ты, ух ты, ух ты. И она нас
синим цветом обозначена. Редкая, типа? Так, надо бы ее добыть. Там их очень много. Ладно, давайте сделаем лук быстренько. Где я забыл? Вот он. Лук. И почему не могу сделать обычные стрелы? На них не очень оно действует. А мне еще некоторые стрелы выпадают, я смотрю. Так, ну-ка. Да блин. Уйди отсюда. И ты уйди. Давайте. У меня стрелы закончились. Все. Это рукопашка. Надо быстрее забрать пока. Ага, я еще и выйти не могу. О, они уходят. Так. Есть. Получилось. Амниция. Исчезает после рассвета. Окей. Это еще и материал. Что я сделал? Ну, пока я не разобрался, что она делает, мы ее сюда положим. И, наверное, попробую поставить дверь. О, музыка поменялась, что это? А, рассвет, похоже. Да? Угу, отлично. О, получилось. Отлично. Так, и небольшую. И подправим симметрию, потому что тут не совсем симметрично. Так. И. Так. Так. Отлично. Мой первый дом готов. Он там с кем-то дерется. И продолжим уже в следующем эпизоде. Спасибо за просмотр. Подписывайся. И не забывай ставить лайки. Пока!